Сегодня в меню – хантейка. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Картофель – 2-3 штук. Вода – 100 мл. Лук репчатый – 0,5 штуки. Масло сливочное – 20 грамм. Петрушка – 5 грамм или укроп. Перец черный молотый – по вкусу. Филе рыбы – 400 грамм, например, меня судак. Хантейка – блюдо народов севера, где в реках и озерах водится много видов рыбы. Для этого блюда берут рыбу, содержащую минимум костей, муксун, стерлядь, киту, нельму. Причем именно филе. В регионах, где трудно приобрести такую благородную и дорогостоящую рыбу, подойдет судак. Очень вкусное и простое блюдо. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Картофель очистите, помойте и нарежьте кружками. Репчатый лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами. Выложите картофель в сковороду. Налейте 50 мл воды. Накройте крышкой и тушите до полуготовности. На картофель выложите филе рыбы. В данном случае это судак. Посолите и поперчите по вкусу. На рыбу выложите нарезанный лук. Добавьте кусочек сливочного масла. Налейте еще 50 мл воды. Накройте сковороду крышкой и тушите рыбу с картофелем и луком еще 10-12 минут до готовности. После посыпьте нарезанной петрушкой или укропом. Хантейка готова. Подавайте к столу в горячем виде. Именно так ее готовят в Ханты-Мансийском автономном округе России. Отсюда и название. Просто, быстро и очень вкусно. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!